силой собрались мериться. Так, если вот только что? Этого и надо. Эй, ведьмак, а этот что тут повис, ко мне. Как тяжкий дух в краснолюдской халупе? У ведьмаков, у них только деньги на уме. И этот поди скажет, что принц невиновный. Пусть. Опа. Бывайте здоровы. А ну, взрывайся, чтобы получить избавление от смерти Саски. Я тебе скажу, смотри, что с ним сделали. Власть! Интриги крутить. Вот. Мы можем поговорить? Отчего ж нет? Я Огден, литейщик. Отливаю кубки, тарелки, чарки. Может, тебе что нужно, ведьмак? Нет, спасибо. Посуда в зале совета твоя работа? Не иначе. Мои кубки не разобьешь. Они переживут и ярость владык, и кривые руки слуг. Кубок Саски был новый. Я делал этот сервиз еще во времена бургомистра Фарагута. С той поры каждый из моих кубков раз по 10 на камни падал. И что? А ничего. Потому как стальные. От кого ты получил заказ? Это, так сказать, дар Саски от всех благодарных жителей Вергена. Мне его всей толпой заказали, а я сделал и нашей прекрасной предводительнице преподнес. И до того его Саския полюбила, что никакого другого кубка с тех пор не использовала. Тебе заказали обычный кубок? Где там? Весь изукрашенный. И изнутри, и снаружи. Как такой кубок мыть, спрашивается? Завсегда какая-нибудь пакость изнутри прилипнет. Остальные твои кубки тоже украшены изнутри? Упаси боги, конечно же нет. А могло быть два одинаковых кубка? В Вергене лучше меня в этом деле не найти. Но может кто-то пытался подделать твою работу? Кое-кто, может, и пытался. Да только где ему со мной мастерством тягаться? У него вся посуда выходит, будто пьяный эльф ушами ковал. Торг его зовут. Увидимся в трактире, выпьем пиво. Вину надо доказать, иначе это будет самосуд. А ведьмак на чьей стороне? Слишком близко он сошел. Тебе недавно не заказывали кубок? Мне, бывает, заказывают посуду. А в чем, собственно, дело? Кубок для Саски. Твоя работа? Это паскудное ведро? Не оскорбляй меня. Того, кто его сделал, надо высечь на конюшне. Надеюсь, в следующий раз Саския закажет посуду у меня. Если она когда-нибудь еще что-нибудь закажет. Ты был прав. Мятежники не жаждут крови, не к добру это. Отобрали у нас оружие и взяли слово чести, что мы не сбежим. Это плохо? Да. Хенсельд, в отличие от них, очень хочет крови. И он скоро будет тут.
Последнее время я часто слышу о бурой хоругве. А, легкая каэдвенская кавалерия. Встречал их под Бреной. Они нам на помощь пришли. Но это когда было? Думаю, они все полегли 3 года назад, под Вергеном. Ты говорил, что вы искали ведьмака с амулетом змеи. Да. Шала де Тансервиль приказала. Я вроде уже рассказывал. Дала нам простой приказ. Убить его и всех, кто будет с ним. Никаких расспросов, слежки, ничего такого. Ага. Твоя подруга Шиала ведет переговоры с Хенсельтом. Я знаю, ведьмак. Нет никаких поводов для беспокойства. Шиала следит за тем, чтобы Хенсельт не стал следующей жертвой. Мы не хотим, чтобы он взял долину Понтера, но гражданская война в Каэдвене нам тоже не нужна. Не забудь... Тебе не кажется, что вы немного переборщили со Стеннисом? Ласкала мамочка сыночка, так он и думал, что ему все можно. Стеннис получил по заслугам. Может, ничего с этого не будет, а может, очередная война случится. История, она как монета. Никогда не знаешь, куда покатится. Ну, бывает. Вот и ты. Где Трис? Нильфгаардцы забрали ее с собой в Локмуина. Что? На нее наложили какое-то заклятие и превратили в фигурку. Артефактная компрессия. У них должен быть сильный маг. Он у них был. Без него Шиллерд не сумеет ее расколдовать. Но в Локмуине найдутся умелые чародеи. Это не все. Они взяли Трис с помощью Цинтии. Что? Она обманывала тебя. Возвращаемся в Верген. Немедленно.
Вот холера. Зараза! Как я была глупа! Смотри, смотри, ведьмак! Нильфгардская дешевка обманула Филиппу Эльхард! Я ее найду, а потом мы потешимся так, как никогда прежде. Она пожалеет, что ее мать не сделала аборт. Мы остались без розы памяти. Не обязательно. Эта змея Цинтия так спешила, что бросила все свои безделушки. А среди них так и есть... Среди них роза памяти Трис Меригольд. Время идет, Геральт. Цветок скоро завянет. Тогда чего мы ждем? Ты хотел поговорить? Теперь дело за тобой. Все ингредиенты для Саски у меня есть. Тогда приступим. Скайтаэли, отойдите. Это моя любимая магия. Лесбомантия называется. Как тебя зовут? Санта. Как твое имя? Саски. Ты помнишь, что произошло? Меня отравили. Яд. Сколько времени прошло? Что с битвой? Солдаты? Хенсельд? Тихо, тихо. Еще успеешь выиграть свою битву? Пойду объявлю, что ты вернулась в мир живых. Тебе я обязана жизнью. И Филиппе. Спасибо, Геральт. Я отблагодарю тебя, даю слово. Вы сняли проклятие? Нет, но почти все готово. Похоже, нам будет нужен меч Вандергрифта. Так взял бы его. Для меня это просто кусок железа. Скайтаэли не допускали к тебе никого, кроме Филиппы. Но даже ей они не дали бы твой славный меч. Скоро попробую снять проклятие. Зачем ты мне помогаешь?
Я ведьмак. Проклятие — это моя работа. Я поняла. Тот самый нейтралитет. И это тоже. Кроме того, я просто не верю в революции. Я совершенно уверен, ни одна идея не стоит жизни. Понимаю. Удачи с проклятием. И спасибо тебе еще раз. Ты хотел поговорить? Я готов снять проклятие. Все артефакты у меня. Тогда за дело. Мне понадобится твоя помощь, чародейка. Я должен найти подходящие души. Они сами тебя найдут. Их притянет аура артефактов. Впусти в себя их мысли, их слова, их волю. И ты поймешь, что делать. Геральт, есть кое-что еще. Я сканировала поле битвы и наткнулась на душу дома правителя. Он отличается от других. Он изменился. Драуг. Этого я и боялся. Да. Удачи, ведьмак. Эх, не нам ее срывать. Сейчас будете вражьи головы срывать. А чего мы ждем? Айда резать каэдвенских суп. Еще не время. Иногда я и не помню, за что мы сражаемся. Могучие короли без войн никак обойтись не могут. Так пускай бы Димарент с Хенсельтом на твердой земле сошлись. И решили бы все, что нужно. Мой Шурин родом из Каэдвена. Нормальный мужик. Я там бывал как-то на ярмарке. Товар мне продали хороший, да и подешевле, чем у нас. Заткните глотки, мать вашу! Каэдвенцы животные! Знаете, что они сделают с нашими бабами, если мы дрогнем? Они пришли сюда грабить и жечь нашу землю. Так что мы, сами ее отдадим? Вперед, сучье семя! Нет, ждать сигнала. Хватит медлить! Молчать! Лучники, стрелы поджигай! Цель с первый вал! Вперед! Хватай вражье знамя! Ah!
захватили. Они перестреляют нас, как уток. Надо предупредить штаб. Это засада. Без подкрепления мы не справимся. Я должен их предупредить? Нет, грязнатый сифилис. Давай живо, пока нас не перебили всех до единого. Я не дойду. Это мой первый бой. Я первый раз убил человека. У меня руки в крови. Господин генерал, Бурая Хоругвь попала в засаду. Мы не прорвемся. Кажется, твои разведчики осматривали поле битвы, капитан. Так точно. Должно быть, они выкопали рвы ночью. Днем поле было чистое. Ночью госпожа Глевисик вела наблюдение при помощи магии. Каждому разведчику 10 ударов. Каждого третьего повесит. Генерал, нам нужна подмога. Не будет подмоги. Разбирайтесь сами. А ты, Глевисик, с тобой я рассчитаюсь после боя. Король узнает о твоих делах. Сражения выигрывают или проигрывают полководцы, не чародей. Учти, я тоже подам рапорт и... Разговор окончен, ведьма. Пора побеждать, господа офицеры. Отправляйтесь к своим частям. Может, ты и окончил разговор, но я еще нет. Надо весь век. Чем тебе помочь, Сабрина? Мое положение при дворе Хенсельта под угрозой. Кроме того, если Вандергрифт выиграет битву, ничто не помешает Хенсельту захватить верхний Эйддирн. Равновесие сил на севере будет нарушено. Что ты собираешься делать? Я обрушу огонь Мелгора на поле боя, убью Вандергрифта и ослаблю обе стороны. Применение неконвенционного оружия наказуем? Я понимаю. Гегемония Хенсельта помешает планам ложа. Мы поможем тебе, но помни, в случае неудачи ты можешь надеяться только на себя. Да. Это все, на что вы способны? Быстро же вы дохнете. Кто из кайдвенцев выйдет против Зельдкерка из Гулетты?
домоправитель. Я всегда хотел с ним встретиться. Отступись, дух. Я не упущу возможности вызвать Вандергрифта на поединок. Он тебя убьет. Зельдкирк не боится смерти. Если ты погибнешь, твои солдаты будут умирать каждый день. Без конца. Отойди, эта работа не для рыцаря, а для ведьмака. Я делаю это ради моих людей. Поняли, в чем дело. Безопасное место из мрака отчаяния. Прекратите это! Наши люди гибнут! Это убийство! Спаси нас, государь! Сабрина, это твоих рук дело? Велите срубить атаку, ваше величество. Войска Аэдирна бегут. Не только Аэдирна. Посмотри на этих безумцев. Еще утром они были цветом моего рыцарства. Если им дать подкрепление, они справятся. Кто позволил тебе использовать чары? Государь. Если вы ударите сейчас, верхний Аэдирн будет вашим. Ты запятнала мою честь и обрекла на смерть десятки рыцарей. Государь, битва была проиграна. Ты опозорила меня перед Димавендом. Его бойцы сражались до конца, как подобает людям чести. Я приговариваю тебя к смерти, Сабрина Глевисик. Ты будешь сожжена на костре. Я еще вернусь сюда и возьму свое. Июля 70-го. Леса Ангрена. Даже ведьмак не сумеет отбить удар, который нанесет Аслиск хвостом. И Лето не сумел, но каким-то чудом выжил. Я помог ему. Ведьмаки на пути должны помогать друг другу.
С ним были два товарища. Братья-ведьмаки из школы змеи. Охота по-прежнему стремилась на юг. Элета знал, куда именно. Он знал, где закончится скачка. О, ты очнулся. Я умер? Или у меня галлюцинации? На том свете мы бы не повстречались. Я не помню, как вернулся в себя. Ты не возвращался. Не забывай, что у чародеек свои секреты. В таком случае благодарю за помощь. Ты слишком ценный, чтобы я позволила тебе умереть. Ты совершил невозможное. Я не знаю никого, кто справился бы с таким проклятием. Ты не говорила, что я иду на верную смерть. Я всегда в тебя верила. А теперь рассказывай, что произошло. Я видел, как Хенсельт отправил на смерть Сабрину. Я убил Драуга. Разумеется, иначе заклятие бы не спало. Я видел Вандергрифта. Видел дождь из пылающих шаров. И смерть. Всюду смерть. Хенсельт – убийца. Он воспользовался предлогом, чтобы расправиться с Сабриной. Он ненавидел ее. Зачем ты поддерживаешь Айдирн? Из чувства мести? Скорее, ради лучшего мира. Мира, где не будет Хенсельтов. Это утопия. Путешествие сквозь такое концентрированное магическое поле проясняет разум. Седрик был прав. Сила призрачной битвы возвращает память. И что ты вспомнил? Лето. Убийца Фольтеста. Я спас его, а он помог мне догнать дикую охоту. Не знаю только, сумели ли мы спасти Йеннифер. Ты узнал что-нибудь еще о дикой охоте? Когда я убил короля охоты, я убил призрака. Он умирал, как призрак. В моих воспоминаниях я сражаюсь со всадниками охоты, и из ран у них льется кровь, они кричат от боли. Это значит, что ты еще не все вспомнил. Я вспомню. Ты снял проклятие, но сейчас не время отдыхать. Армия Хенсельта может ударить в любой момент. Как себя чувствует Саския? Она полностью пришла в себя и ждет не дождется расправы над Хенсельтом. Саския лично возглавит оборону Вергена. Здесь она в своей стихии. Не совсем. Обороной она прежде не командовала. Ты недооцениваешь Саскию. Кроме того, не забывай, ей помогает знаменитый ведьмак. И я. Сняв проклятие, я поставил под удар Айдирн и помог Хенсельту. Но у меня не было выхода. Иногда, чтобы спасти человека, приходится ампутировать ему ногу. Пора закончить эту войну. Давно пора. Золтан и Ярпин собирают войска. Они ждут тебя.
Ну, Золтан, вижу, генерал из тебя хоть куда. А почему не маршал? Рвать его мать! Саски уперлась. Или я командую, или Ярпин. Мы тянули жребий, и выпало мне. Хорошо, что ты прочухался. Хенсельт вот-вот пожалует. Ты бы огорчился, если б я все пропустил? Я б етите страдался! Хенсельт в войне не хуже вашего понимает. Понимает да просирает. Пусть только подойдут под стены. Обольем их кипящим маслом да подожжем. Ты просто делай свое дело. И кайдвенские бошки будут порхать, как бабочки. Кайдвенцы идут! Что они там? Из воздуха появляются? Пора подлить им маслица. У котлов по бокам запоры. Надо их открыть. Я беру те, что слева, а ты те, что справа. Вступаем за вторые ворота! Тут нас перебьют всех до единого! Отступление! Точно! Харе в жопе ковырять! Бегом на стены! Веди, мой вождь! Настоящий краснолюд жизни держать должен строй. Построить крепость. Покажите им, чего стоят солдаты Аэдирна! И регулярно! Верхний Аэдирн! Саския! Oh!
Отогнали кайдвенских бледей! Они нас так просто не оставят. Пускай возвращаются, если у них мозги плохо смазаны. У нас масла хватит. Идет новый штурм. Готовьтесь! Победа будет за нами! Эртний Аэдирн! Саския! Было нелегко, но чтобы поглядеть на удирающую солдатню, попотеть стоит. Они вернутся. Они упрямые, как ваш брат Краснолюд. А! Только яйца меньше! Ведьмак, мне нужна твоя помощь. В последнее время я слышу это все чаще. Ну, может, ты незаменим. Так вот... Под городом проходят туннели, которые соединяют крепость с краснолюдскими шахтами. Кто про них знает? Почти никто, но я решила подстраховаться. Отправила туда на всякий случай разведку. И до сих пор никто не вернулся. Значит, мне придется прогуляться за город. Сейчас самое время поглядеть, в чем там дело. Люди Хенсельта зализывают раны, как побитые собаки. Чтобы перегруппировать людей и подготовиться к следующему штурму, им нужно около часа. Не будем медлить. Я иду с тобой. Не стоит. Там слишком опасно. Я думала, что ты более наблюдателен. С каких это пор я избегаю опасности? Оборона хорошо организована. Каждый знает, что ему делать. И потом мы обернемся до боя. Лучше выдели мне какой-нибудь отряд порасторопнее. Я не буду отзывать людей со стен. Наша диспозиция вполне себе оправдывает. Если они не ударят со стороны шахты, осаду мы выдержим. Ты здесь командуешь. Веди. Ты меня все больше удивляешь. Я слышала, что ведьмаки не вмешиваются в политику. Политика меня не интересует. И все-таки это ты встал на нашу сторону. Армия. Я встал больше не набралось, Золтана, что ли? Ярпина. Что-то скверно в этом Кайдвене трахаются. А если бы они сражались под знаменем Кайдвена, ты присоединился бы к ним? Ни один краснолюд не будет драться за Хенсельта. А мы тут хорошо! Сейчас мы вас угостим! Подходи поближе! Познакомлю тебя с молотом Шелдона Скакса!
Теперь поведу я. Саске, держись за мной. Ведьмак еще и рыцарь? Какой сюрприз. Мир перевернулся с ног на голову? Еще немного, Милздери, и будет Верген. Вы застанете их врасплох. Верген в опасности, а дева Айдирна шляется с ведьмаком по пещерам. Как я понимаю, перед смертью не терпелось расстаться с девственностью. Убить их. Я знал, что женщины переменчивы, но настолько? Теперь ты знаешь мою самую большую тайну. У меня не было выхода. Тебя бы убили. Теперь я понимаю, почему ты выжила после такого отравления. О да, Филиппа великая чародейка. Будь ты человеком, даже она не спасла бы тебя. Ты ведьмак, ты много о нас знаешь. Только золотые драконы обладают способностью обращаться. Мой отец был рыцарем с ясным взором. Жизнь он воспринимал как приключение. Он любил людей и старался их понять. Благодаря ему я верю, что все люди равны и свободу нельзя купить. Мой отец говорил, что в мире существует хаос и порядок.
Хаос — это агрессия, а порядок — защита от нее. Что с ним случилось? Он научил меня жить среди людей и отправился дальше. Так поступают драконы. Кто еще знает о тебе? Детмальд. Я спрашиваю о союзниках. Йорвит? Йорвит придумал целую историю про убийцу дракона. Он считает, что Аэдирну необходим кто-то вроде меня. А кому-то вроде меня нужна легенда. И он прав. Если бы дракон помог защитникам Вергена, у Хенсельта не было бы шансов. Я думала об этом. Но что случится с верхним Аэдирном потом, когда рассеется пыль на поле битвы? Сложно сказать. Ты отлично знаешь, как люди относятся к оборотням. Но если Верген падет, твои идеалы будут растоптаны. Может, тебе стоит пожертвовать собой? Допустим, я открою свою природу. И кто станет во главе верхнего Аэдирна? Ты видишь кого-то на моем месте? При тебе пробиться трудно. Краснолюды найдут своего кандидата, эльфы своего, а люди начнут искать короля. Поэтому я прошу тебя сохранить все, что ты видел в тайне. С Хенсельтом придется справиться без дракона. И мы справимся. В том числе и с твоей помощью. Я никогда не забуду того, что ты делаешь для Аэдирна. По каким бы причинам ты это не делал. Пойдем. Защитники ждут тебя.
Кому понадобилось приносить сюда все эти вещи?